Всем привет, это Андрей Курейчик. Ну, кто был прав? Кремль воспринял Владимира Зеленского как страшное гибридное оружие. Первые шаги, которые предпринял Путин по отношению к новоизбранному президенту Украины. Первое. Не поздравить, то есть оскорбить. Второе. Перекрыть поставки нефти, нефтепродуктов, бензина, то есть обвалить украинскую экономику. И третье. Вишенка на торте. Раздать паспорта жителям ЛНР и ДНР. Ну, для чего это делается? Ответ, по-моему, очевиден. Путин очень испугался. Испугался, что крепостные начнут смотреть на другого барина, гораздо более популярного, чем он. А симпатии жителей могут оказаться на стороне Владимира Зеленского, который очень популярен в этих областях. И чтобы это не помешало установить там все-таки русский мир, им сейчас в суть эти паспорта. А что это значит? Это значит, что вы автоматически теряете избирательные права в Украине, вы теряете политические права без виз приобретаете над собой зонтик в виде российских спецслужб, МВД, налоговой, ФСБ. А, ну, выборы в России мы понимаем, за кого а, там все проголосуют. А, и самое главное, вы становитесь объектом и субъектом российского законодательства а, со всеми его там статьями об оскорблении власти, а, суверенным интернетом и т.д. и т.п. То есть, фактически, это способ отрезать 2,5 миллиона людей от Украины, потому что есть опасность, что они захотят в скором времени вернуться. Заметьте, что при Порошенко таких шагов, хотя его так называли страшным врагом Путина и т.д. и т.п., предпринято не было. Кремль испугался Зеленского. Это паника. Ну, посмотрим, чем все закончится. Это Андрей Куреч. Подписывайтесь на мой канал.